Кандидат в мастера спорта, призер республиканских и российских турниров, обладатель не только кубков и медалей по боксу, но еще и хорошего чувства юмора, Никита Санников, как всегда, проводит время в своем спортзале. Кто-то может подумать, вот идет процесс подготовки к схватке с Хабибом Нурмагомедовым. Орел, именно так называют Хабиба, чемпион мира по версии UFC. Никита – хороший муж и любящий отец по версии жены. Именно она первая оценила шутку спортсмена, который нашел в интернете шаблон для создания шуточных новостей. Жена посмеялась. Отец сначала тоже поверил, но потом вовремя пришел в себя. Начали верить, а значит, розыгрыш удачный, подумал Никита и начал подливать масло в огонь. В соцсетях стали появляться видео с его тренировок. Появились и последователи. Еще один спортсмен из Нижнекамска, Венер Талипов, которого тоже якобы пригласили на бой века. Люди всерьез восприняли эти намерения и начали предлагать помощь. В первую очередь, конечно, поддержка, знакомые, друзья, кто поверил, конечно. Ну и вот сегодня с утра проснулся, предлагают уже написать там трек к бою, чтобы я под него выходил. Согласно новостям спортивного мира, Хабиб сейчас вообще не готовится к поединкам. Да и Никита в зал пришел не ради подготовки к бою. В его клуб «Спарта» ходит около 100 детей, и нужно с ними заниматься. Но фантазировать на тему «Боя века» парень не против. Никит, давай представим, что Хабиб согласился, и вот есть несколько вопросов. А в каком раунде ты планируешь победить Хабиба? В первом. А болевым или нокаутом? Нокаут. А матч-реванш пройдет где? В Шинике или в Афанасово? В Нижнекамске, в клубе бокса «Спарта». А куда планируешь потратить гонорар от победы с Хабибом? На развитие клуба бокса «Спарта». Ты реально думаешь, что ты бы его победил? Да, я уверен в своих силах. И сколько таких смельчаков, которые вступили в интернете в перепалку с Хабибом, приложение, создающее фейковые новости, не указывает. Вот и меня пригласили в Америку. Готовиться к бою я, конечно, не буду, но с удовольствием бы взял у Хабиба интервью. Александр Комаров, Евгений Лозаев, нефейковые новости НТР.